И об спорте. У Минску завершился международный турнир по боксе памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. У спаборництвах приняли удел около 200 спортсменов из 19 краин. Поединки проходили у Палаца спорта Уруча, где в наступном году отбудется боксерский турнир других европейских гульнев. Выхованцы Гомельской школы бокса подтвердили свой высокий уровень. У скарбонцы наших спортсменов 10 узнагород, 17 завоеванных белорусами. Бронза у Андрея Мельникова, Вадима Панкова, Анастасия Бушенкова и Алины Вебер. Другими у своих категориях стали Александр Халаев, Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Виктория Кебикова и Антонина Аксенова. А Владислав Смягликов узнялся на высшую приступку пьедестала, одолевши у финале боксера с Англии.